Пятница. Приветствую всех любителей старой аудиотехники. С вами канал Доктор Тейп и Алексей. Но прежде хотел сказать, что вы заметили, что давно уже не было видео, и на это были определенные обстоятельства. Много было звонков, сообщений, почему нет новых видео, где пропал, что с тобой. Ну, теперь могу сказать, что все хорошо, я жив-здоров, и поэтому мы продолжим реставрировать старую аудиотехнику, снимать ролики, показывать вам интересные аппараты. Но вкратце их могу сказать, что я с острой болью попал в больницу, где меня успешно оперировали, и теперь уже все хорошо. Спасибо всем за наилучшие пожелания. Ну, давайте и начнем. Сегодня у нас аппарат от японской фирмы Crown под названием CSC950L. Аппарат 79 года, стоимость на то время составляла $235, вес его 6 кг. Аппарат большой, с 16-сантиметровыми динамиками, но по функциональности он, конечно, простой. Простой, на это есть причины. Если кто сталкивался с продукцией от компании Crown, они вам также подтвердят, что аппараты, в принципе, были по набору функциональности очень простые. Дело в том, что компания Crown не была так технически оснащена, как известные бренды. И своими силами они, конечно, пытались завоевать мировой рынок, где успешно продавали в 126 странах, ну, кроме в то время Советского Союза. Дело в том, что изначально значок фирмы Crown был в виде царской короны, на что Внешпосылторг категорически не хотел принимать товарный знак. Поэтому в Советском Союзе эти аппараты от фирмы Crown не продавались. Вообще, все аппараты Crown как бы пользуются у коллекционеров большим спросом. Дело в том, что они выпускались небольшими партиями, и, как известно, чем меньше партия, тем аппарат ценнее. Кроме того, аппараты от фирмы Crown довольно-таки неплохо звучали и очень хорошо были оформлены. Много хрома, металлические ручки, крутилки. Вообще был технически очень интересный. Даже включая лентопротяжный механизм, где они заявляли 0,17% детонации. Поэтому все аппараты от фирмы Crown порядка до 80-х годов пользуются спросом в коллекциях. Аппарат этой компании у меня, в принципе, впервые. Но я помню, в 80-х годах я слушал такой аппарат. Именно вот 950-й. У моих знакомых родственники ходили в плавание и привезли с Японии подобный аппарат. Поэтому он запал мне в душу. Очень интересный аппарат. Я помню, как он звучит. Я тогда был на седьмом небе, когда первый раз услышал аппарат японский с японскими кассетами, которые были что-то умопомрачительное по сравнению с нашими МК-60. Поэтому мы его должны обязательно восстановить и послушать. Ну, конечно же, посмотреть, что внутри, как он устроен, как инженера с малой технической базой смогли сделать такие красивые и технически интересные аппараты. Так, давайте посмотрим, что у него из управления, какие переключалки, какие ручки у него есть. Так, первый переключатель. Это значит FM Mono, стерео и Wide, то есть расширенное стереозвучание. Дальше переключатель идет Sleep, On, Off, Bass, высокие, баланс, функциональность, тейп, радио, фона, loudness, включение-выключение, большая ручка, громкость, переключение диапазонов, FM, SV, MV, LV. В принципе, все здесь довольно-таки просто. Ну, на передней панели практически только управление лентопротяжным механизмом. Сбоку у нас находится ручка настройки тюнера, но она вот обломана. Ее пытались уже склеивать. Ну, попробуем, конечно же, восстановить ее и поставить на место.
Когда он пришел ко мне, она стояла сверху, а регулятор громкости, ручка, стоял на настройке тюнера. Да, и хотел вам сказать, что этот аппарат прибыл из Германии от моего уже давнего партнера Виталия, канал House Plats. Я уже много раз рассказывал, что это за канал, вы все уже знаете. Виталий показывает, что можно найти на шпермюлях, на свалках в Германии. Обязательно посмотрите, кто еще не подписан. Очень интересно. Ну и что у нас с этим аппаратом? Я его включал, он в принципе живой. Радио работает. Единственное, что я не увидел FM стерео, но прием довольно-таки неплохой. Хотя антенны поломаны, он весь грязный. Лента протяжный механизм я вообще не включал, потому что нет даже смысла. Понятно, что уже пасеки. Идлеры, все это надо разбирать, смотреть, смазывать, чистить. Это мы все с вами сделаем, отмоем. Отполируем, ну и в конце, конечно, послушаем, как звучит этот аппарат. Ну все, поехали разбирать. Итак, раскидал я полностью, разобрал весь магнитофон. Давайте по порядку, сейчас посмотрим, из чего он устроен. Ну, начнем с динамиков. Я хочу сказать, что динамики в прекрасном состоянии. Пыли минимально. Это говорит о том, что особо его не насиловали и слушали, но не на полную громкость, это точно. Высокочастотные динамики, это они такие динамического типа, маленькие, 6 Ом, мощность не написана, но
Made in Japan. Все, кто производитель тоже. А вот 16-й динамики, да, я вам не сказал, их номинал 4 Ома 3,5 Ватта, Japan. Ну, понятно, что Japan. И мы вот здесь можем увидеть их производителя. Меня часто спрашивают, как определить, что динамики выцвели, и чем, конечно, их лучше восстановить цвет. Ну, я вам сразу хочу сказать, переверните динамик, и сразу будет понятно. Внутренняя часть динамика, она вот как раз и есть цвет самого динамика. И сравните, выцвел он или нет. Поэтому эти динамики по-любому выцвевшие, и мы будем, конечно же, восстанавливать их первоначальный цвет. Ну и вопрос еще, чем я восстанавливаю. Я всем объясняю, что черная тушь – самое лучшее средство для восстановления диффузоров динамиков. Дело в том, что черная тушь, она сама по себе очень плотный состав ее, и туда добавлен клеевой раствор, который вот именно скрепляет те волокна бумажные, которые уже со временем истрепались. Поэтому некоторые, конечно, полемику ведут по поводу этого, что тушь на водной основе и она размачивает стопроцентные диффузоры бумажные. Ну, по опыту и те мои подписчики, которые пользовались, уже, конечно, оценили преимущество черной туши. Поэтому решать вам, но я, конечно же, буду черной тушью пользоваться. Обнаружил интересную вещь. Как обычно, у нас на высокочастотной динамике идет сигнал через неполярный конденсатор, но в данном случае 2 микрофарада. Так, это на одном и на втором аналогичная ситуация, да, то есть сделана изначально заводом-изготовителем дополнительная, значит, клемма, которая припаивается неполярный конденсатор, в данном случае 2 микрофарада. Но вот на, получается, это какой, правом как раз динамике сделан еще дополнительно, прикручивался к основанию динамика еще конденсатор такой глазастенький, почему-то только на один. Интересно, кто знает, подскажите, потому что я первый раз такой встречаю. Что это, во-первых, за элемент, похоже на конденсатор, конечно, но непонятно, добавлен дополнительно. Так, дальше. Так, лентопротяжный механизм. Ну, по наклейке видно, что это Мабучи. Так, ну, лентопротяжка довольно-таки интересно сделана. Сейчас я переверну. По пасекам, да, пасеки. Кстати, еще более-менее живой. И второй тоже, значит, более-менее живой. Маховик тяжелый. 2 пасека всего. Один пасек, он идет и на маховик тонвала, и на автостоп. Довольно-таки так все хорошо сделано, металл миллиметровый. Очень здорово. В принципе, здесь проблем вообще пока не вижу. Кстати, лентопротяжный механизм с автоматическим определением типа ленты. Вот здесь вот стоит переключатель, да, который как раз по кассете определяет автоматически тип ленты. Ну вот, добраться до головки и до ролика, конечно, проблема, если только снять крышку кассетоприемника. Ну, состояние ролика я уже посмотрел. Сейчас открою. Состояние ролика неплохое, и головки тоже. Сейчас нажму, будет видно. Почистить
И, в принципе, кстати, вот головка, да, если вот посмотреть, она какая-то интересная. Первый раз мне встречается синий композит залит. Ну, состояние ее неплохое. Ну, автостоп здесь нажимного типа. Здесь вот рычажочек, как видите, беленький. Вот крышка, да, кассета приемника. Я снял механизм, сейчас я вам покажу его. Очень интересный механизм демпферный, который закрывает, плавно открывает крышку. Видите, как сделано? Две пружинки. И между ними, это не трещина, это какая-то царапина. А, это масло. Это так заливали масло на заводе. Представляете, даже масло еще в очень хорошем состоянии. То есть две пластины, между ними, значит, сделана прокладочка. И там залита демпфирующая смазка, которая дает плавный ход кассетоприемнику. Отдельно сбоку прикручивается. Ну, сейчас я снял, для того, чтобы не мешалось проводить профилактику. В принципе, по лентопротяжному механизму проблем нет. Помоем, почистим, приведем в хорошее, нормальное рабочее состояние. Дальше. Дальше у нас идет блок индикации. Очень интересно сделано. Ну, в принципе, стандартное решение. Подобное уже встречалось и на Соньках. Кстати, вот модель предыдущая, 948, у нее на этом месте сделаны сдвоенные стрелочные индикаторы. Тоже по подобию Sony. Некоторые модели видели. Ну, в принципе, здесь сдвоенные сегменты светодиодов. Получается того по 10, как по каждому каналу. Регуляторы уровней сигнала. И вот под оцинкованной пластиной, вот видите, в одно место собрали все конденсаторы. Вот, потому что под оцинкованной пластиной как раз находится плата. Ну, я не знаю, почему ее сделали с обоих сторон. В принципе, там две микросхемы обычные стоят от Санева, кажется. Сейчас номер не помню. Ну, видно, какие-то подумали, что помехи все-таки это дает. Потому что, ну, не знаю, блок, единственное, что записи рядом находится, но на тюнер повлияет. Ну, если инженера так придумали, значит, оно так нужно. Дальше. Ну, дальше у нас трансформатор, который обеспечивает 35 ватт мощности. Вот, в принципе, про него особо нечего сказать. Здесь у нас находится просто выпрямитель и предохранитель. Фильтрующий, сглаживающий конденсатор находится на основной плате. Дальше. Ну, дальше у нас получается, что две платы, основная плата и плата тюнера. Я не стал раскручивать, потому что, во-первых, все соединяется через такую панель, на которой сделана нить верньера, проходит, да, по которой. И мало того, что здесь сверху еще прикручены переключатели и крутилки. То есть, ну, состояние вы видите, да, какое. Поэтому, ну, единственное, что почистим крутилки и переключатели. Ну, я уже посмотрел, качество пайки хорошее. Единственное, что здесь у нас, ну, понятно, что аппарат 79-го года. Все, конечно, сделано в виде контактов, в виде намотки, да. Сейчас здесь покажу на тюнере. Ну, это считалось в то время очень качественные
соединение, потому что вот этот столбик, он имеет 4 острые грани и наматывается это специальным пистолетом, и каждая грань получается контакт. То есть если у нас порядком там до 10 витков умножить на 4 на каждую грань, это 40 мест контактов получается. И поэтому считалось это даже где-то надежнее пайки. Потому что площадь соприкосновения очень большая получается. Ну это хорошо, и кроме того, опять же подтверждает возраст этого аппарата. Так, по тюнеру. Ну, по тюнеру я единственное могу сказать, что, во-первых, сделано очень все качественно, используются очень качественные компоненты, вот даже включая конденсаторы, вот эти вот пленочные, да, их здесь большое количество, считается они хорошего качества, и у них есть особенности, уже доказано, что начало и конец, да, имеют какие-то определенные изменения, то есть с какой стороны ток приходит к конденсатору. Ну, это уже чисто такая, как сказать, аудиофильская тема, я не буду зацикливаться на этом. Давайте еще раз рассмотрим качество сборки. Понятно, что это все делалось вручную, аккуратно. И кроме того, я заметил, что вот полярные конденсаторы, они не вплотную сидят на плату, да, посажены. А, то есть есть доступ к ножкам, где можно всегда подцепиться там, или замерить какие-то напряжения, которые приходят на конденсатор. Это очень удобно в ремонте, поэтому здесь, конечно, зачет. Все аккуратно сделано, все мне очень нравится. Я такое встречаю только на аппаратах очень высокого класса. Ну и здесь тоже. Я уже посмотрел. Ну, конечно, это не Рубикон, да, там, как все любят, там, чтобы вот какие-то известные бренды японские, но здесь вот Тосин, да. Ну, конечно, в интернете посмотрим. Но видно, они, возможно, использовали какую-то свою элементную базу в качестве конденсаторов. По микросхемам, конечно, не могу ничего сказать, потому что микросхемы я уже видел там и Хитачи, и Тошиба, но и здесь вот по-любому Саньё стоит, выходной каскад, это, скорее всего, Лашка 4105 там, или 08. Поэтому, как обычно, микросхемы в то время использовали только качественные для производства аудиоаппаратов. Поэтому также могу отметить, что каждый провод, да, вот он не просто посажен, там, да, закреплен, но он еще проклеен клеем, да, то есть он приклеен либо, значит, вот скотчем таким армированным. Это по всему аппарату, и вот вот эти провода, которые, значит, здесь вот, они также были все проклеены к корпусу. Я их всех все отрывал. Очень качественно сделано, очень мне нравится. Ну, в принципе, наверное, все я рассказал. Давайте, значит, я сейчас начну мыть и смотреть уже непосредственно состояние корпуса. Возможно, значит, будем его красить. Я сейчас покажу. Он удобно все сделан для того, чтобы, значит, покрасить. Сейчас покажу. Все элементы накладные динамиков, они на защелках, что 16-сантиметровые низкочастотные динамики, что высокочастотные. Стекло я снял для того, чтобы, ну, отклеил, его полировать, потому что его кто-то там пытался чистить чем-то.
острым, поэтому там придется снимать очень большой слой. Единственное, что я не снял, это стекло индикаторов, алюминиевые накладки. Также возможно отклеить их две здесь. Ну и ничто не мешает его покрасить. Но прежде, конечно, я хочу его помыть и посмотреть его реальный цвет, потому что цвет не просто алюминий, но он такой желтоватый оттенок. Либо это налет, как обычно бывает, когда в помещениях много курит, либо ну, закоптилось. Ну, с цветом надо будет определиться. И у нас еще одна проблема, сейчас я вам покажу. Я сразу вам не сказал, но его видно ударили, и вот в этой части панели есть вмятина. Вмятина такая, ну, не сказать, что серьезная, но неприятная. Поэтому придется снимать панель. Также, значит, полирнем ее и, естественно, выпрямим. Ну, остальное, конечно, есть тоже свои изъяны, но не особо такие серьезные. Все, начинаю мыть, смазывать, чистить и приводить аппарат в товарный вид. По просьбе некоторых товарищей, почему, говорит, не показывайте процесс полировки, ну, объясняю. Во-первых, это не такая быстрая работа. А вот уже стекло отполировано, которое у нас на индикатор. Помыт весь корпус, сейчас он чистенький. От покраски, конечно же, я отказался. Я полирнул уже алюминиевые накладочки. И вот сейчас занимаюсь полировкой и шлифовкой стекла, которое у нас на тюнере. И вот хотел вам показать, если вот будет вам видно, здесь стекло очень сильно повреждено. Кто-то счищал какие-то то ли капли, то ли не знаю что. Чистили это с помощью растворителя. Может быть, я не знаю, еще чем-то. Но очень глубокие канавки образовались вот здесь вот в двух местах. Наверное, это будет видно. И вот теперь с помощью ручной вот такой вот терки сначала ставлю очень грубую наждачную бумагу, потом плавно перехожу в более тонкую и потом уже полировочными пастами довожу до идеального состояния. Поэтому весь процесс снимать не буду, просто покажу, как это все происходит.
Итак, настало время поговорить и послушать, какие работы были сделаны, подвести итоги. Ну и в конце, конечно, посмотрим, что было и что стало с этим аппаратом. Итак, самое большое время было затрачено на отмывку, полировку, шлифовку, потому что аппарат был в ужасном состоянии и хранился во влажном, наверное, гараже, потому что на хроме уже начали появляться язвы. Поэтому полировка хрома заняла очень большое время. Ну и также стекла. Я уже говорил, кто-то пытался счищать стекла, может быть, краску, может быть, еще что-то. И были очень глубокие рытвины на обоих стеклах, на шкале тюнера и на шкале индикатора. Но шкалу индикатора я не смог снять, поэтому пришлось полировать на месте. В принципе, все получилось. Но, конечно, шкала индикатора... Здесь пришлось повозиться, потому что в конце я замерил, я снял где-то 0,3 мм по всей плоскости, ну и потом, конечно, это все полировалось. Это что касаемо корпуса. Также у нас была здесь вмятина. Ну, алюминий вообще тяжело править без шлифовки. Ну, в принципе, я считаю, что все удалось. Хотел я покрасить корпус, но в конце я решил оставить как есть, потому что родной цвет краски подобрать, в принципе, можно, но не так уж сильно пострадало, как красочное покрытие. Поэтому решил оставить, потому что не очень сильно заметно где-то на уголках есть потертости. Но по возможности это можно локально подкрасить. Это что касаемо корпуса, хрома и также и стекол, которые на лицевых панелях. Дальше. По электрической части, по основной плате и тюнеру, никаких работ не проводилось, кроме чистки всех переключателей и крутилок. Единственное, по тюнеру была проблема
том, что было отломано самый кончик самой ручки и пришлось подклеивать аналогично, сейчас все держится. По лентопротяжному механизму обычная стандартная смазка, замена пасиков. Изначально я хотел оставить пасик родной, потому что он еще эластичный был, но в результате оказалось, что он все равно растянут был. Все поменял, скорость проверил, скорость в норме, поэтому я не стал снимать, показывать вам. Вы это все видели в предыдущих роликах. Ну и в результате у нас получился вот такой красавец. Очень понравилась внутренняя компоновка деталей и самих плат. Кроме того, разводка проводов аккуратно все уложено, я вам показывал. Все это сделано на совесть. Так что внутреннее расположение мне очень понравилось. Звучание у него достойно. Сейчас мы его оценим. Прием тюнера тоже уверенный. Пришлось поставить модные антенны. Потом вы посмотрите. По тюнеру мне все понравилось. Ну, есть, конечно, проблемы. То, что он простой, да, и лентопротяжный механизм. Я думал, где же я такую встречал. Я потом уже в конце вспомнил. Точно такой же лентопротяжный механизм стоял на Universum Supersound 16000. Но она зарекомендовала себя как надежная. В принципе, она простая, но надежная. Эргономика очень удобная. Хоть он и простой, но здесь нет лишних кнопок. В принципе, все есть. Sleep есть, White есть, Loudness есть. Отдельно высокие, низкие, баланс, все есть, присутствует. Ручка громкости очень большая, удобная. Все это находится на верхней панели. Я посчитал, хоть я и не коллекционер, но этот аппарат я оставлю себе. Что-то он мне запал в душу. Кроме того, это был первый аппарат, который я послушал. Ну и, конечно, из-за того, что не часто попадаются аппараты от фирмы Crowned. Ну, давайте теперь его послушаем. Для этого я опущу камеру на уровень динамиков, чтобы звук был гораздо информативнее. Начнем мы с радио. Вера, второй планете, время дождь, гроза, днем 28-30 градусов. Швед в прошлом сезоне также играл в АХЛ. Пределами территории России. Ну вот, столько станций, в принципе, местных поймался. Теперь послушаем, что у нас лентопротяжка скажет. Thank you.
Планировали, все работы выполнены, аппарат опять в строю и будет радовать и внешним, и внутренним, конечно, исполнением. Ну, на этом все. Всем пока. Берегите себя, не болейте. Ну и всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!